Ребят, всем привет, с вами Макс, канал Red Group. Сегодня мы продолжаем серию выпусков, связанных с верстком примериального проекта 17.ru. Делал небольшой перерыв для себя, но для вас не было никакого перерыва, потому что ролики выходили так же часто, каждый день, а бывало даже и 2 раза в день. Что я хотел бы сказать. Значит, рубрика очень интересная и крутая, но я предлагаю сейчас распланировать нам дальнейшие действия, потому что времени очень мало. Сейчас пока сезон онлайн-обучения, опять же, все сидят дома, карантин. Нужно срочно сделать редизайн проекта, чтобы люди, которые заходили в наш проект, получали удовольствие и кайф. Поэтому нам нужно максимально быстро доделать верстку. Осталось не так много, как бы, да. Ну, возможно, некоторые подумают, что это много, но на самом деле нет, на самом деле мало. Давайте сейчас примерно распланируем. Я предлагаю это сделать в этом файлике. Написать здесь. Так, у меня что-то нос немножко, ну, бывает, коронавирусом заболел. Так. Значит, что у нас? Карточка курса. Примерно она у нас займет, потому что здесь еще поп-апы такая штучка. Примерно 2 урока. Я на нее ставлю, ну, 3 урока, да? Заберем с запасом. 3, да? Я просто буду писать цифры, а потом прибавлять. Это примерно 1 урок максимум, да? Может быть, даже меньше. Это тоже 1 урок. Ну, там 2 урока, да, но вместе с этим будет 1, то есть примерно 5, да, 5, плюс здесь идет еще 1 урок, даже чуть больше, наверное, 2, то есть это 7, здесь тоже 2 где-то, 9, здесь примерно тоже 2, потому что здесь новая админка там, да, все дела, поэтому 11, здесь 12, или даже, наверное, 13 пусть будет. Дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 19. Здесь несколько, да, здесь где-то 3, 4, 5. Плюс 3, 8. 8 плюс 9, 27. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 19, 20. Ну так-то страниц много, ребят, на самом деле. То есть еще 20 примерно. То есть примерно, ну там, понятно, что это перебор, но примерно 40 уроков нам еще осталось, да? Это очень много, это сверх много. Нам такой вариант, нас такой вариант не устраивает, потому что здесь слишком много страниц получается, и делать их все на верстке, тратить на это время, я не вижу смысла. Понятно, что будет, скорее всего, меньше 40 страниц, 40 уроков, но все равно. Я предлагаю как сделать. Смотрите, максимально не уходите, да, с этого урока, потому что это урок очень важный, это урок планирования, и сейчас мы будем дальше чуть уже делать верстку, да, но нужно делать планировку для того, чтобы понимать, сколько осталось вообще, да. Это важно в любом проекте, который вы делаете. Вот, сразу напоминаю, пока аудитория максимально большая смотрит этот ролик, пока не все ушли еще с этого ролика. Когда мы набираем 1000 подписчиков, уже на канале почти 210 подписчиков, максимально быстро растем в прогрессе. Набираем 1000 подписчиков, я провожу первый прямой эфир, где отвечаю на ваши вопросы, делюсь своим опытом разработки и помогаю решать какие-то ваши задачи, вот. И такие эфиры будут постоянными, там каждую неделю или каждые 2 недели, не знаю, посмотрим. Смотря сколько будет аудитории собираться на аудиториях. Так, значит, я предлагаю какой план. Здесь мы по-любому все это дело доделываем. Сейчас, да, все это мы делаем, доделываем. В админке я предлагаю сделать вот эту страничку сделать, вот эту страничку сделать. Далее, тут уже, в принципе, вот эту страничку, это можно не делать, потому что она дублирует эту, только там новые поля добавляются. Вот эту страничку сделать я предлагаю. В принципе. Вот эту на страничку сделаем. Это можно делать, я думаю. Да, не будем делать, наверное, уроки. Так. Ну, здесь все дублируется. Здесь ничего делать не будем. Да, здесь все дублируется. Единственное, страничку урока еще сделаем. Хотя она тоже такая достаточно простая и ничего здесь сложного нету.
Так. Здесь одинаково, здесь одинаково, здесь тоже одинаково. Уже все это, ну, у нас уже есть оно выше. Поэтому оставляем. Это все оставляем. Окей, окей, это все оставляем. Все, дальше ничего уникального нет, в принципе. Короче, если брать вот лучший вариант, да, то теперь мы считаем, как здесь, окей, опять с запасом 3, да, здесь там 4, потому что постараемся это быстро сделать. Дальше постараемся тоже быстро сделать 5, 6, ну тут за 6, конечно, тяжело будет успеть, здесь, да, здесь 7, то есть за 2 урока, да. Здесь тоже за 2 примерно, ну, потому что это тоже сложно, хотя... Давайте 8 примерно, можешь за 1 успеть, в принципе. Здесь будем продумывать другие страницы, поэтому сразу же 10 заложим, то есть 2 урока. Тут уже такая страничка у нас была, насколько я помню, да, где-то вот там. Ну, была, да, у нас уже. Ну, сейчас мы ее будем делать как раз-таки, вот она. Одно и то же, в принципе. Поэтому здесь получается, что у нас... Что там установился? 9 или сколько? 10? Может, я что-то перепутал? Ладно. 11, да? Вот эта страничка. Плюс 2. 13. И все, да? Это уже повторяется там. Ну, грубо говоря, там 14, 15. То есть 15 уроков, и мы заканчиваем этот проект. У нас сейчас это был 25 урок, сейчас идет 26 урок. То есть получается 40 уроков, и мы должны закончить к 40 уроку. Вот такого плана поставили. Соответственно, если теперь разбить это на дни разбить, 40 уроков. Сегодня у нас какое число? Третье. Если, ну не 40, а получается 15 нам осталось, да? Если их разбить, грубо говоря, в день делать по 3, то это 5 дней, да? То есть 1, 2, 3, 4, 5. Если в день по 3 делать. Если еще быстрее, то можно еще быстрее, да? Ну там посмотрим уже. Ну, короче, примерно план такой. То есть, примерно закончить планирую быстро. Быстро на следующей неделе, да. Но там уже посмотрим, как получится. Потому что, опять же, план это план, но бывают всякие форс-мажоры. Ну, короче, примерно к 40-му уроку должны завершить мы это все. Я предлагаю это зафиксировать в индекс HTML и в самом низу вот это. Так, ребят, продолжаем. Собственно, к 40-му уроку должно быть все закончено. Я вроде бы решил вопрос своим носом, потому что реально коронавирус, все дела. Да, можно вот так вот подстёбывать, да, но на самом деле ситуация серьезная, вот, и рекомендуется, конечно, оставаться дома. Собственно, что я хотел бы сказать. Во-первых, не знаю, зачем я это подвинул, но не суть. 40, к 40-му уроку осталось 15 уроков, ребят. 10 и 5, да? Я надеюсь, что мы за это время все закончим. Мы другие странички, мы сейчас сделаем основное, да? Те странички мы все делать не будем, потому что они дублируют друг друга, и там мы их просто вам дублировать уже на продакшене, да? Ну, не на продакшене, на бэкэнде. Вот. Итак, начинаем. Я предлагаю сейчас закончить самое сложное. Вот эта страничка курса. Я считаю ее одной из самых неприятных страничек, да, но тем не менее. Копируем полностью эту часть, создаем новую. Сингл, ну, так и назовем, да, сингл. Хотя сингл курс или нормально, или нормально. А, это lesson, да, это урок. Да, зачем мне играет музыка в наушнике, поэтому я могу немножко танцевать, да, но это нормально, потому что скучно, да, просто перестать. Так, средний уровень, да, это отлично, профессиональный уровень. Так, никаких новостей здесь уже не будет. Не знаю почему, но новостей здесь не будет. Чтобы не отвлекать ученика, да, кстати, от урока.
Так, внутри, что мы видим? Во-первых, смол, да, используется ли он где-то еще в макете, я, честно говоря, не помню и не знаю, потому что, скорее всего, нету. Здесь какой размерчик? Здесь font size 18, здесь 14, да, уже? Здесь тоже 14 будет. И здесь 14, кстати, тоже, да, используется. Но это мы тогда уже потом будем использовать. Я предлагаю сделать span с классом top description. Вот так. Хотя какой top description? Что я несу вообще? Это же название, это же описание description lesson. Это же описание урока. Точнее, не описание, да, название урока. Да, то есть name, что-то я немножко потупливаю. Сейчас быстренько войдем в ритм. Так, здесь теория, кнопка содержания. Значит, содержание интересным способом должно у нас выезжать таким образом. Теория должна открываться просто как кнопка. Тут обычные кнопки, да, но здесь изменена немножко стилистика. Мы как раз тоже будем менять обязательно. Так. Я хотел зайти на HTML Lessons сейчас, да, и посмотреть, как там. Я не помню, просто у нас там, кажется, тоже используется такая история по содержанию, да? Да, то есть она выезжает. Ага. То есть, насколько я помню, это просто у нас идет. Ну вот таким, да. Ну то есть скролл, понятно, скролл хочется сделать вот таким, как здесь, да. Но мы его можем сделать только в Chrome, потому что другие браузеры не воспринимают, не воспринимают. Ну окей, окей, да. Не будем сейчас особо разглагольствовать, да. Времени мало, но это просто div обычно сделаем, да? Как здесь получается. А, ну они оба дива, в принципе, тут вообще разницы нету. Ну, окей. Сразу да, оберточку сделаем, да, то есть это у нас будет wrapper lesson. Все. Обертка урока, в котором мы видим две кнопки. То есть это у нас опять же wrapper btn lesson. Я предлагаю так сделать. Ну, btn, опять же, топ btn, наверное, да, лучше, чтобы это было как-то более уникализировано или индивидуализировано, можно так сказать, потому что кнопки также есть все в правой части у нас здесь. Пам-пам. div.btn.btn.icon. Вот так сделаем, да? На icon возьмем прям сразу с
Совсем, да, но оно так идет совсем. Я не только содержание по-английски. Так. Я предлагаю сразу все экспортировать, ну, типа смысл тянуть, да? Icon task, да? Задание. Task это задача, да? Задание. Ну, пусть будет, неважно. Меня больше вот эти кнопочки удивляют. Ну, это понятно, да? Это показать. Пусть будет, да? Ну, хотя она беспонтовая, типа вот перезапуск. Не, подожди, а какой перезапуск это? Следующий урок. Ну, кстати, по кнопочкам у меня вопрос, да? Видите, просто в тот момент, когда делали макет, мы его не согласовывали особо, да, дизайнер его практически сам делал, да, потому что я был занят другим проектом в то время. Я вот вообще думаю кнопку решить за меня, ее вообще убрать, потому что, ну или, ну то есть это не то, это не, не то, не то, не то, не то, не то, не то, не то. Ну то есть тупо человек нажимает, да, и у него сразу же все меняется. Блин, ребят, я так заряжен, и это прям очень круто. Ну, я прям заряжен этим проектом, реально. Я вот понимаю, насколько он будет крутой. То есть вот я просто, ну, осознаю в голове видение того, что будет реально в потенциале, это прям реально пушка. Парам-парам-п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 ам. Кстати, ребят, у меня на канале сегодня на втором выйдет ролик, и я бы хотел, чтобы вы меня поддержали, потому что второй канал вообще не растет. Там, где я снимаю видео на тему развития, там, где я, ну, стою на камеру, рассказываю, да, что-то. И я бы хотел, чтобы вы меня поддержали, поэтому ссылочку оставлю в описании на последний ролик, который выйдет. Вот. Постараюсь выложить этот ролик, да, и чтобы тот ролик уже был на том канале, и выложу ссылочку в описании. Перейдите, просто поставьте лайк и в идеале посмотрите ролик, да, потому что YouTube смотрит на то, сколько вы смотрите ролик по времени, и тем самым продвигает ролик, либо не продвигает. Вот, поэтому посмотрите, ролик будет интересен на тему 30 дней подряд я выпускал ролики на протяжении 30 дней. То есть условно... Что сейчас морозило, вообще не понял. Короче, каждый день выпускал ролики на протяжении 30 дней. И там покажу результат до и после, что получилось в итоге по двум каналам сразу, по этому и по тому. И, собственно, посмотрим уже статистику. Ну, короче, давайте дальше быстро подумаем и решим, что делать. Смотрите. Ситуация следующая. Вопросик. Условно, вопросик это будет значить решить за меня, да? Ну, решить за меня. Потому что человек не понимает, да, как это решить. Ну, блин, тут нужно при наведении по-любому писать, что это значит, потому что, ну, человек не допрет, просто, ну, не додумает реально. Ну, это перезапуск, это понятно, да, перезапуск, ну, рестарт. Это, ну, я не понимаю. Это, как бы, ну, кнопка крутая, безусловно, потому что, когда будет проект связан с Python, PHP, ну, это потом уже, да, на потенциальные курсы, там уже нужна будет эта кнопка, потому что в реал-тайме подгружать это слишком загружено будет на ваш компьютер, на ваш интернет, и будет все подлагивать и так далее. Поэтому там нужна будет кнопка Play, да, то есть обновить страничку. Воспроизвести, но... Тут нет кнопки «Следующий урок», вот в чем прикол. Короче, давайте это экспортируем.
Я не знаю, или как написать. Icon. Не знаю, просто какое название написать реально. Мы в любом случае добавим эту кнопку, да, но будем ее включать только уже потом, когда нам понадобится. Я предлагаю продублировать. А как здесь дублировать? Блин, вот меня бесит то, что здесь дублик... А, Ctrl-D здесь, видите, то есть разные почему-то у нас горячие клавиши, да, почему-то в Photoshop одни, здесь другие, не понимаю на самом деле, почему так происходит. То есть здесь 15 пикселей, давайте подвинем на 15 пикселей. Неважно, где она будет находиться, абсолютно неважно. Нам важно заменить внутреннюю часть и сделать здесь какую-нибудь стрелочку, да. Ну, right получается, да. Нужно, чтобы это смотрелось как-то... Мне нравится стрелочка, вот эта мне нравится стрелочка, кстати говоря, дабл. Парам-парам-парам-парам-парам. И тут, кстати, тоже ну, тематично получается. А если мы... Ой... Сколько она по высоте? Или я угадал, по высоте все нормально? То есть понятно. По высоте все нормально, я угадал, да? То есть, может быть, вот так сделать? Ну, не то, не то, да? Не то, согласен, согласен, не то. Бады. Я вот думаю. Просто по стрелку сделать, ну как бы скучно, мне кажется, будет, нет? Там-та-дам. Надо такую делать стрелку, чтобы она была... Чтобы края были не закруглены, потому что у нас стилистика такая не закругленная. Хотя здесь немножко закругленная. Давайте посмотрим, вставим, посмотрим, что будет. Блин. Ну то не то, не то. Так, ну, типа, нужно это вырезать и вставить именно вот сюда, вовнутрь. Ну, вот так получается, да? Ну, да, да, вот такая стрелочка уже другое дело. Как бы, ну, вот если мы так посмотрим, да, вот, условно, я прохожу урок. Да, 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 да. Может чуть-чуть побольше, хотя, ну, тоже как бы 5 на 8 здесь, а здесь чуть-чуть она поменьше, да, 4, 7 на 8. Ну, то есть, ну, плюс-минус одно и то же, но я бы сделал все-таки 5 здесь, чтобы она как-то смотрелась все-таки одноразмерно, да. Блин. Короче, давайте так сделаем, мы прям возьмем. Опять же, хотелось бы, чтобы они, чтобы они подсвечивались, да? А это нужно тогда делать SVG. А, кнопочки. А чтобы нам сделать SVG, нужно просто взять и туда вытащить вот сюда. Потому что нам лишнее нет. Сейчас. Вот так, да? Теперь лишнего ничего нету. Все.
Экспортируем, все отлично. Так, этот момент мы экспортировали. Здесь все, в принципе, понятно. Больше картинок никаких нету. Окей, идем дальше. Подожди, давайте еще здесь посмотрим. Что у нас здесь? Ничего нет, картинок никаких. Не, здесь все нормально. Отлично. Так. Button. Image. Слэш. Что я уже и подзабыл, как там. LK. Слэш. Lesson. Icon btn, так вот. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так. Реально, ребят, попробуем захардкорить этот проект. Как минимум 3 видео в день. Вот. Не знаю, типа, как они будут выходить. Именно на канале, потому что я еще пока подумаю, да, как это лучше, чтобы они выходили, чтобы, ну, пусть они даже будут задержка выходить, но при этом, чтобы успевали люди, ну, смотреть, да, видео, чтобы не было такого, что ролики выходят, и вы не успеваете их смотреть, потому что слишком много тоже, как бы, ну, неприятно. Так, это мы сделали, button icon, я бы здесь добавил еще, ну, btn theory, да, theory lesson, вот так. Я теорию слова неправильно писал, 100%. По-моему, напишу так теории. Угу, да, то есть получается теория. Угу. Ну, я же сразу, видите, свои ошибки вижу. Угу, дальше идет задание. Вот тут же. Я задание не помню. Ну, как бы даже таск идет, да? Задание. А, типа mission, да, задание. Пусть так и будет. Мне без разницы. Здесь все просто, на самом деле. Просто будут идти 3 элемента и все в строчку. Ничего сложного здесь нету. Так, LK lesson button task. Так, далее. После миссии интересная штучка идет. Такая вот история, да, которая разделяется сейчас будет у нас по флексам, да. Па-пам. Роум. Пусть будет Max Lesson. Да, для удобства. В котором мы делаем два. Это левая и правая часть. Опять же, да, left side lesson, да. Плюс. Плюс. Right. Вы думаете, почему Макс пишет такие длинные классы? Потому что, ребята, у нас большой проект, и чтобы классы не конфликтовали между собой, чтобы случайно там где-то не всплыл тот же класс. Поэтому я пишу классы более такие уникальные, чтобы их точно не всплыло. Left side, значит, мы здесь что делаем? Мы видим окно с кодом. Я просто так сейчас напишу, примерно, да, опять же, потом уже на бэкэнде будем вставлять сюда все это дело. Но чтобы примерно понять, как это все располагается, мы сделаем такие же блоки, чтобы просто было представление. Время, чтобы их сделать, это не особо много, поэтому ничего страшного. Я предлагаю сделать здесь H2. Пусть будет H2, да. И плюс блок, да. То есть, не знаю. Пусть будет блок просто. Блок коды. Вот так, все. Здесь пишем HTML код. Неправильно немножко сделал. Прошу прощения. Здесь сначала нужно сделать HTML. Или как? First. First блок. То есть первый блок, да? Можно просто сделать код 1, вот так сделать, да? И внутри него уже, то есть вот так. Но они должны быть все одинаковыми, да? Поэтому пусть будет просто code. Блин, code lesson. Пусть будет вот так.
Там уже добавим, если что, там приписку, если нужно будет CSS и так далее. Здесь CSS код, и в принципе ничего здесь не поменяется. Здесь делаем то же самое абсолютно, но здесь немножко поменяем, да. Здесь код lesson, но еще здесь код, точнее, не совсем код lesson, да, то есть это у нас output. Output lesson. Вот так. То есть это выход. То есть это выходной материал, то, что мы видим с вами, да, на продакшене. Тут опять же H2. Только здесь не совсем так все просто. Здесь H2. Не знаю, как это все сделать. На уровне с ним или не на уровне. Я, наверное, сделаю так, чтобы это было на уровне с ним, потому что мне кажется, так будет гармоничнее смотреться, но это не точно. У меня слишком высоко будет. Betance output. Простое название. Они у нас все идут по-разному, да, там некоторые идут как кнопки, некоторые идут как баттоны, я не помню, как мы это вообще. Это вообще div. А все у нас как div, да, идет, потому что это идет через Ajax. Да, все через div идет. Такое название пусть будет, неважно, в принципе. Внутри просто SVG-шка будет. Так, и теперь мы переходим как раз таки в... вспомнить бы, да, опять же, слишком много всего. Lesson, icon, right. Никому не нужна группа, ладно. Можно было бы здесь почистить как-то, но... Давайте... Есть же какой-то clear svg? Давайте уберем все у нас. Ой. То есть был такой, станет такой. Ну, как бы вообще разницы нет на самом деле. Так что, ребят... Что так трэш, что так трэш. Я думаю, ладно, ребят, все эти сайты, конечно. Мы фил убираем все сразу, потому что мы их будем прописывать потом. Убираем эти параметры this height. Опять же, будем прописывать. Transform translate. Вот еще фил какой-то. Так.
Ну, мы потом в любом случае увидим, да, с вами, если мы если где-то фил забыли убрать, мы его в любом случае с вами заметим, потому что, ну, вот фил, допустим, потому что у нас не будет просто цвет меняться, но максимально нужно везде убрать, чтобы это потом через CSS задать. Так, это сделали. Что еще нужно сделать? По HTML именно, да, прописать этот вот блок, этот блок. Мы прописываем, сразу скопируем, мне кажется, так будет проще. Копировать мы его будем где в wrapper lessons. Сейчас я подумаю содержание. Так, ну, к этому сразу привяжем, да, его. Я не помню, как слово выпадающее. Короче, окей, list lesson. Так сделаем. Просто хочу это прокомментировать, чтобы это выглядело покрасивее. Все, да, то есть у нас будет list less. Вообще, я не особо люблю комментарии, потому что они его отконфликтуют с другими комментариями другого языка, и, ну, гемор получается. То есть, вот снимал, я не особо люблю комментарии, но пусть будет. И предлагаю скопировать здесь вот отсюда. Вот этот блок. Блин, что я сделал? Копируем. Да, полностью его прям составим. Давайте лучше ставим какой-нибудь сайт, как он там, Beautify, да? Beautify HTML. Это чтобы привести код в порядок. Tab. Или лучше пусть будет два спейса, да? Но мы их потом просто подменим и все. Вот, так другое дело. Теперь мы просто берем, нажимаем, и все спейсы выбираются. Я обычно пишу не на спейсах, а на табах, потому что мне так лучше, больше нравится. Здесь, конечно, большой пробел. Он, наверное, не такой большой идет в начале, да, здесь. Да, здесь гораздо все ближе получается. Но это никого не волнует, в принципе. Тут два пробела он не будет ставить, в любом случае будет только один ставить. Ставил дисплей блок, тоже. А, ну это сколько выполнено, да? Так, что, зачем я открыл? Да, то есть здесь, видите, дизайнер упустил, значит, момент выполненности, да, то есть галочки. О, галочки, галочки, это интересная тема. Но где-то были же галочки. Где-то были галочки или их не было? Блин, или может быть просто будем зачеркивать и зеленым выделять? Зачем он не скопировался-то? Я думаю, ребят, давайте мы, наверное, просто так вставим сейчас. Заменить на вот так. Все, чтобы это все как-то красиво смотрелось. Это уже рубл, да, нужно будет тоже сделать. Значит, рубль, что у нас по рублю? Рубль, наверное, все-таки повзаимствуем. Прямо отсюда возьмем. Просто поменяем ему цвета и все. Image, LK, Lesson. Оставляем прям рубль, да, наверное? LK, Lesson, рубль. Ну да, что я думаю, надо вставлять. Пусть будет, да, но единственное, здесь нужно. Image LK slash. Блин, lesson, да? Так, походу.
Или, может быть, сделать вообще голубым цветом? Или таким, я не знаю. Давайте таким сделаем. Рубл. Здесь полный фарш. Здесь можно много чего брать. Но это, видите, Adobe Illustrator. Куча всякого мусора создал здесь. Куча разных групп, которые вообще не нужны, в принципе. Ну так, немножко почистил. Слава, прям много мусора. Так, и я бы еще нам сделал, знаете, что? В футере. Футере. То есть это будет та самая теория, да, которую мы будем открывать с вами. Я говорю про вот этот блок. Его нужно взять. Я предлагаю сразу же взять прямо отсюда. Чтобы не делать, здесь он как идет? Здесь идет немножко по-другому, в другой стилистике. Но я имею в виду... Вот эта теория. Ну, таким вставляем, да, выполнить задание. А, так, здесь, конечно, все это как-то тоже в разнобонус идет, но это нормально. Article. Так, сразу ставим вот это, но здесь для разделения будем использовать пешки, потому что это более правильно, то есть через абзацы. Так, article. Значит, дальше вот это i будут идти. Так. Класс btn. Так, ну здесь немножко это нужно переиграть, да? То есть у нас как идет? Во-первых, подвинуть, да? Во-вторых, здесь вверху, то здесь будет heading, теория, да? И вот тут будет с одной стороны, да? H2. Я бы, наверное, сделал H3, будет более правильно. Потому что мы до этого уже два использовали. Ну, как-то вот так, наверное, да, то есть курс. Так, здесь мы разделим. Ну, что-то типа такого. В тексте, да, нужно HTML выделить. Давайте выделим тоже. Как-то так получается. Я боюсь, честно говоря, смотреть, что там получилось, потому что вообще полный трэш. Но сегодня у нас весь урок, это чисто вот было. Ну, здесь понятно, да. Все подгрузилось, но все очень большое, некрасиво. И куча всего непонятного и так далее. Это мы будем делать уже в следующем уроке, ребят. А, собственно, с вами был Макс. Тогда закончим все-таки на нормальной ноте. Перейдем на эту страничку, она более красивая. Значит. В этом уроке, как и договаривались, собственно, сделали. Этот урок мы планировали с вами разделить на 2, а то и на 3. Вот. Постараемся сделать за 2. Но, блин, боюсь, тяжело будет, тяжело, потому что очень много мелких моментов. Хотя можно сделать, в принципе. Вот. Как минимум, у нас еще следующий урок. В этом уроке сделали полностью всю разметку. В следующем уроке делаем полностью все стили и, возможно, адаптивность, если зацепим, потому что здесь еще идет у нас содержание выезжающее, да, здесь еще идут кнопочки SVG-шки, здесь еще, ну, всякие стили. Поэтому в идеале в следующем уроке все это закончить и перейти уже к следующим страницам, там они будут гораздо проще.
кроме, наверное, вот этой странички. И потом уже будет все по накатной идти, все остальное будет максимально просто. С вами был Макс, канал Red Group. Не забываем подписываться на канал, набираем 1000 подписчиков. Я прожу первый прямой эфир, где отвечу на ваши вопросы, делюсь своим опытом 7-летним, какие-то решаем ваши задачи, которые у вас там возникли в процессе вашей верстки, разработки и так далее. Уже 210 подписчиков, осталось совсем немного, ребят. Поддержите лайком, поддержите колокольчиком. С вами был Макс. Всем пока. А, ну и я забыл. В описании будет ссылочка на видео на моем основном канале. Тоже перейдите и поставьте лайк, пожалуйста. Большое спасибо. Всем пока.